Полицейские коми добровольно сдали кровь и ее компоненты. Донорами они становятся уже не первый год. Стражи порядка сдают кровь индивидуально и активно участвуют в организованных социальных акциях. На этот раз сдачу они приурочили ко Всемирному дню донора. Его отмечают 14 июня. Только сотрудники столичной полиции и полиции города Воркуты сдали в общей сложности более 19 литров крови. Участие в даче крови приняли почти 50 полицейских. Стражи порядка регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и подходящей возрастной категории, а потому являются хорошими донорами. Некоторые полицейские впервые сдавали кровь, но были и те, для кого это привычное дело. Как отметили медики, потребность в крови и ее компонентах для пациентов существует всегда, а потому донорство играет важную роль. Ведь пока современная медицина так и не смогла создать ни один препарат, способный заменить кровь.